Ипотека в России теряет популярность. Количество выданных в некоторых регионах кредитов упало почти на 40%. В Кировской области почти на 50%. И это официальная статистика. Одни эксперты связывают такие тенденции с затянувшейся пандемией коронавируса, другие говорят, что в прошлом году было выдано рекордное количество ипотек, то есть те, кому нужно, уже воспользовались предложениями банков. Третьи уверены, в феврале Центробанк поднял ставку рефинансирования до 20%, вслед за ним банки увеличили проценты по ипотеке на 20-25% годовых, что фактически остановило спрос на льготные кредиты. Впрочем, те же специалисты прогнозируют, что скоро ситуация наладится, ведь вопрос приобретения жилья всегда остается актуальным. Мы решили спросить у кировчан, устраивают ли их собственные квадратные метры. 44% ответили утвердительно, заявили, что уже много лет живут в своей квартире и менять ничего не планируют. 19% опрошенных недовольны своим жильем, но к ипотеке пока не готовы. Еще 16% являются счастливыми обладателями новых квадратных метров и, соответственно, кредитов. Как к ипотеке относятся прохожие на улице, узнаем из рубрики «Мобильный корреспондент». Ипотека – говно. Почему? Потому что в долги залазить не нужно. Живите на свои деньги. Ваня спрашивает, скажите, есть ли у вас ипотека? Нет, ипотеки нет. Никогда не задумывались, чтобы ее взять? Сейчас как бы на данный момент не актуально пока. А вы же выплатили? Да. Брал на 15 лет, выплачивал 10. Вас ваши жилищные условия сейчас устраивают? Ну да, но у меня нет своего жилья. А где живете? С родителями. Есть ли у вас ипотека? Да. Трехкомнатная квартира. Ну, чтобы не платить другому дяде за съемное жилье. И не жить с родителями. Самодостаточно быть, чтобы сама по себе и не зависела ни от кого. Есть ли у вас ипотека? Нет, слава богу. Считаете ли вы, что в нашей стране ипотека, доступный такой достаточно кредит для себя? Нет, это далеко не доступный. Почему? У тех людей, у которых мрот, я думаю, что он далеко не доступный. Отдавать всю зарплату и жить на воздух. Как у вас жилищные условия? У меня все хорошо, ипотеки в настоящее время нет. А была? Конечно. Скажите, пожалуйста, вас ваши жилищные условия устраивают? Да, устраивают. Все хорошо. А где живете? В своем доме. В своем доме. Угу. Никогда не думали об ипотеке? Нет, у нас нет ипотеки.